большой привет! Я рада приветствовать вас на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли на мой канал и подписались. И сегодня видео минус 10. Очень многие просят меня рассказать, что же там происходит с моим похудением. Кто смотрит мое видео, то знает, что я начала 28 марта визиты к диетологу в Центр по похудению, знаменитый центр во Франции, у которого по всей Франции, я думаю, что по всей Франции, а может быть и в других странах, открыты как бы такие небольшие филиалы везде, и в Париже, и в пригородах, и так далее. И этот центр, он базируется на натуральных продуктах и на том, чтобы там есть не медики, а как бы диетологи, я их назову, нутриционисты, у них дипломы, и они помогают им просто-напросто русским языком, скажем, похудеть. Вот туда-то я обратилась 28 марта. Сегодня у нас, не помню какое число. В общем, сегодня я хотела бы с вами поделиться, так как у меня очень много вопросов, рассказать, где я, что я, на каком этапе мое похудение. Когда я пошла в центр, то вес у меня составлял 66,6 килограмм, практически 67, иногда по-французски, иногда доходило. И сегодня мой вес составляет 61,5 килограмм. Я хотела бы достичь веса 60, это точно, но для меня идеального 57 килограмм. Я хотела бы быть в мои 41 год, потому что мне будет в следующем году 41 год, 57 килограмм. И рост у меня небольшой, 1,60 м. Что я, как я делаю, я вам уже не раз показывала, но сегодня более как кое-какие новинки. Я не хочу называть имя центра, я не хочу обливать кого-то грязью, критиковать. Это не мой стиль, это не я. Я обратилась в этот центр, почему? Потому что тетя моего мужа, вы ее не раз видели в моих видео, Мишель, она ходила туда и похудела на 15 килограмм. Также моя соседка, часто ее дом вы видите, она ходила туда и сбросила тоже очень много килограмм. И когда я это увидела, то есть меня это сподвигнуло идти и обратиться. Шла я туда с такой направленностью, что на самом деле там медики и что они помогут. И недаром вы мне писали и задавали вопросы, на самом деле у них медицинское образование или это какое-то такое второстепенное обучение. В общем, на сегодняшний день я прекратила визиты к диетологу в этот центр. Почему? Сейчас я вам все поведаю. Этот центр, он был основан на натуральных продуктах. То есть вам разрабатывали диету, вас взвешивали, все объемы и так далее, это я вам уже не раз рассказывала. И вы соблюдали этот режим дня, так как вы должны питаться. Я вам тоже показывала, как нужно питаться. Достаточно такой стрикт, достаточно жестокий, в моем понимании жестокий. Ну, кто-то говорил, что, например, достаточно нормальное питание. Другой говорил, что мало. Я скажу, что нужно иметь очень большую силу воли, чтобы съесть 2-3 сухарика утром и совершенно исключить все злаковые продукты, но я уже о сахаре и соли и так далее не говорю. Кто не смотрел еще мои предыдущие видео, обязательно посмотрите в плейлисте минус 10. А в общем, я проходила в этот центр где-то месяц, да, месяц, чуть-чуть, может быть, побольше. Скинула я, наверное, 4 килограмма, очень хорошо уменьшилась в объемах, но в этом центре смысл такой, что вы платите не за визит к диетологу, а вы платите за продукты, добавки натуральные, которые они вам дают в конце визита. То есть вот вы пришли на этот визит, она вас посмотрела, она посмотрела меню, которое вы записали за неделю, сделала какие-то исправления, что-то добавила, посмотрела на весы, посмотрела ваши объемы, все это записала и говорит, у вас много воды, вам нужна вот такая добавка. Или вам бы надо пропить вытяжку из артишоков.
или там мочегонные, такие-то травки. То есть я все это очень хорошо соблюдала. Я не показывала вам, не поговорила название, но приблизительно говорила, что вот мне выписали мочегонные, например, или там я пропиваю вот такую добавку или пью фибру для того, чтобы меньше хотелось кушать. Ну, тот, кто смотрит меня довольно-таки давно, знает, что у меня аллергия на сою. И я очень-очень хорошо их предупреждала, что мне нельзя нигде сою. Они уверяли, что нет сои. Но оказалось видно, что у меня аллергия не на только на сою, но и на другие какие-то растения, на пыльцу, на травки, муравки. То есть это началось постепенно. У меня просто стали выступать огромные пятна в области шеи. И мне, я чувствовала, что мне становится просто-напросто очень, ну, першит в горле, то есть те симптомы аллергии. У меня стали воспаляться веки, глаз, то есть опухать, чесаться, шелушиться. Я пришла к ним, я рассказала, они мне сменили одну добавку на другую, потом одну добавку на другую, и все это не проходило. И в один определенный момент я проконсультировалась с моим врачом, и она мне посоветовала остановить все эти добавки. Я пришла в центр и сказала: можете ли вы меня вести просто без всех этих добавок? Я, например, буду платить вам не 40 евро, потому что визит каждую неделю стоил 40 евро, а это достаточно дорого, потому что я считаю, что такие добавки мы можем найти в биологических магазинах, все сухарики, все какие-то печенья, поэтому вам я никогда не давала определенную марку, а говорила различные виды и марки, которые вы можете найти в магазинах. В общем, в один определенный момент мой врач сказал: стоп. И когда я пришла и сказала: везите меня просто, и я не буду вам платить 40 евро, а, например, я буду платить вам за то, что вы мне разрабатываете режим дня, сколько чего я должна съедать и так далее. И оказалось, что нет, они не могут просто-напросто вести меня так, что их смысл этих центров базируется на том, чтобы продавать тебе добавки, то есть такой маркетинг. Это вот как продавать, не знаю, какие-то украшения, косметику, такая пирамидка. И я была очень разочарована, они, естественно, были испуганы моей аллергией, они не знали, что и как делать. Ну, то есть просто страшно, если из-за их добавок человек вдруг попадет в больницу, что-то случится с дыханием, или, ну, аллергия — это такое дело. В общем, они предпочли, чтобы я от них ушла, и на последнем визите даже не стали ни обмерять меня, ни взвешивать, хотя неделю я просидела на диете. В общем, сегодня я с такой немножко горечью и досадой, не то чтобы я жалею о своем опыте, нет, я очень рада, что я пошла туда, что я скинула килограммы, я начала свой путь к похудению, что я поняла кое-какие принципы, я отчетливо себе дала знать и понять, что едим мы очень много. Есть очень много полезной информации, которую я вам давала и буду, может быть, в дальнейшем давать. Но все это коммерция. То есть сегодня я буду искать настоящего диетолога, и, может быть, я уже его даже и нашла. И обязательно запишусь к нему, чтобы сравнить, как вот этот центр, куда я ходила, и вот один единственный врач, медик, диетолог действует. Я думаю, что это будет намного лучше. Я проконсультировалась с моим лечащим врачом, терапевтом, то есть общий врач. Хотя и она же посылала тете моего мужа вот в этот центр, так-то результаты у многих есть. И тот, кто, например, не страдает аллергией, он худеет, и худеет на много килограмм за счет добавок. Но сегодня я вот хочу вам рассказать вот об этом моем опыте, не то что вот о моей диете, то есть я продолжаю худеть. У меня определенные режимы дня, у меня определенные режимы потребления пищи. Я обязательно вам все расскажу и покажу в дальнейших видео. Мы будем делать такие футбуки, если хотите, ставьте пальчики вверх, где я, например, завтракаю, обедаю
ужинаю и перекусы. Многое я очень оставила для себя из того, что я подчерпнула в этих центрах. Кое-что добавила, потому что поняла, что мое самочувствие, кожа, волосы, ногти начинают портиться. Но сегодня что я хочу сказать. Вот тетя моего мужа проходила в этот центр 2 года. Она очень достаточно, у нее много килограмм, которые она хотела бы сбросить. И она на постоянном гормональном медицинском, как вам сказать, то есть она пьет таблетки по линии своего здоровья, поэтому ей намного тяжелее, у кого есть проблемы с щитовидкой, у кого есть проблемы, например, кто должен принимать постоянно гормоны из-за другой какой-то болезни, им намного тяжелее сбросить вес, понимаете? Но когда я более подробно вникла в ее ситуацию, то я поняла, что, в принципе, из года в год они давали ей одни и те же травки-муравки. И диета, в которой злаковые позволены всего раз в неделю 3 ложки для взрослого человека, и в течение 2 лет уже вот это, просто я... Когда с ней поговорила, когда обратила большее внимание на ее употребление пищи, на ее моральное состояние, поняла, что человеку очень трудно, что это уже стресс, это депрессия и так далее, что постоянные срывы на шоколад, на что-то другое. Я сказала, что посоветовала ей сходить к своему терапевту, объяснить ситуацию и лучше бы остановиться тоже в этом центре, потому что я считаю, что это непрофессионально, и я считаю, что лучше обратиться к какому-то медицинскому, на самом деле медику, диетологу, который даст тебе достаточно и протеина, и углеводов, то есть сбалансирует на самом деле твою диету. Вот такое, наверное, кого-то я сегодня разочаровала. Может быть, я посоветовала всего одной девушке в Инстаграме, в личном сообщении записаться в этот центр. Если сегодня вы меня смотрите и слышите, то знайте, что у меня был вот такой негативный опыт, и я советовала вам от чистого сердца, потому что вы очень меня просили назвать имя этого центра. Но сегодня знаете, что я разочарована, что со мной вот такое приключилось. Ну, может быть, вам это поможет, но все-таки будьте осторожны, потому что сумма немалая в месяц, в неделю 40 евро, я считаю, что это очень много. И не подсаживайтесь, так сказать, на крючок, на такую зазываловку, а пойдите к настоящему доктору. Что я хочу сегодня сказать? Что изменилось в моем питании? Завтрак, в принципе, у меня остался практически тот же. Я покажу вам то, что я употребляю, какие сегодня у меня есть печенье, какие у меня есть сухарики, какой у меня есть конфитюр. Давайте вот сегодня, например, начнем с завтрака. Я вам сегодня все покажу. Итак, девчонки и мальчишки, мой завтрак. Сейчас на наглядном примере хочу вам показать, что у меня имеется в шкафчиках для завтрака. Кто меня смотрит, то знает, что я съедаю 2 сухарика и 5 граммов масла. Я все это покажу, какие пакетики масла я беру и какое масло я употребляю. Варенье ложку чайную. И могу съесть 2-3 печеньки без сахара биологически. Ну, давайте не будем долго тянуть. Сейчас покажу на примерах. Открываю мой шкаф. Сейчас направлю вам камеру, чтобы было удобно, установим. Я буду показывать, что у меня там имеется и какие продукты. Во-первых, у меня есть всегда сухари. Вот эти сухари мне дали в центре. Они обыкновенные, цельнозерновые сухари. Вот маленькие, вот с такую ладошку, с примесью. Сейчас я вам открытие покажу. В этом виде я уже ставила такую фотографию с примесью разных зернышек. Что я вам хочу сказать, что такие сухарики, они продают практически за 5 евро. Мы же можем купить их и за 2, и дешевле в различных биологических магазинах или на полках в супермаркетах. Так что вот так. Также у меня есть
Вот такие галеты, органические также. Здесь что, лен, рисовые. Ну, в общем, в принципе, не важно, какое вы съедите. В принципе, из чего он будет состоять. Самое главное, чтобы там не было сахара и много, и белой муки. Вчера вот я показывала вам, наверное, еще не выставила этот блок, купила вот такие зелененькие. Здесь это сухарики с льняными, тыквенными семечками. Вот такие. То есть я позволяю себе или два, если маленькие, то два, если большие, то один с маслом и вареньем. Что у меня еще есть? Есть совершенно такие же, но из гречки. Сейчас выбор этих всех сухариков очень-очень велик. Ну, по крайней мере, у нас здесь во Франции. Так что, думаю, кто ищет, тот всегда найдет. А можно купить и в обыкновенных супермаркетах. То есть, вот мой завтрак. Два сухарика с маслом и вареньем. Покажу масло и варенье. И потом я могу добавить себе две печенюшки. Вот это печенье, я тоже его показывала уже, из гречки. Оно без сахара, в биологическом магазине я купила. Вот такие. Все храню в банках, люблю банки. Или вот такие. Только вот эти банки, они очень трудно открываются, поэтому сейчас попробуем вам открыть. То есть вот эти печенья они дали мне. В центре я купила. Тоже стоят 5 евро. Не дали, там ничего бесплатно не дают. И их можно съедать до 8 штук. Ну, я предпочитаю съесть, например, 2 сухарика и 2 печенья. А вообще, можете съесть несколько ложек каши. Можете съесть, не знаю, что вы там едите на завтрак. Или вот такие печенья тоже. Это печенье... Watchers. Я вам тут специально сохранила все, чтобы показать, какое разнообразие. Если оно такое большое, то лучше съесть его одну. В общем, вот такой завтрак. Я еще раз вставлю вам картинку, чтобы наглядно показать, что я ем. Чашечку кофе с корицей и молоком. Это уже в обяз, как говорится. То есть все мои индивидуальные, у каждого свой подход. Мне подходит этот завтрак. Кто-то ест кашу, кто-то ест другие какие-то завтраки, кто-то ест протеиновые завтраки. Я считаю, что вы можете варьировать. Но на данный момент меня это устраивает. Покупаю я вот такое масло. То есть это масло кокосовое, и просто кокосовое белое. Оно веганское в биологических магазинах. Оно не жирное. Или я покупаю вот такое масло, тоже веганское, из кокоса, с семенами чиа. Вот еще не открыла его. Даже тут, наверное, размолоты они, потому что их и не видно, семян. В общем, или берем вот такие маленькие, везде во Франции продают масла. Такие вот кубики. И вы имеете право съесть половину на завтрак. То есть вот у меня 2 сухарика, я беру половину и наполовину. То есть 5 грамм. Здесь хотя 12 грамм, но 5 грамм. Не будем уж сильно щепетильными. В общем, это мой завтрак. Молоко, неважно какое, лактозное, безлактозное. И различные, сейчас я вам покажу. Вот они, не пюрешки, это варенье, конфитюры. Лучше без сахара, я предполагаю, беру биологические. Можно брать пюрешки, если хотите, тоже биологические. Не раз я вам это уже все показывала. Вот у меня из персика и из клубники. И чайную ложечку на 2 тостика вы просто размазываете. Мне этого хватает, но не забываем, что... Это первый завтрак, который я обычно употребляю в 7 часов. Да, в 7 часов я встаю. И второй завтрак, это уже фрукты, он будет в, скажите мне,
в 11, 10, 30, 11. А это у меня перекус такой. Здесь огурчики и морковь. На перекус. Если очень захочется кушать, вместо того, чтобы кушать всякие ненужные вещи, я кушаю плохие. Я кушаю вот это. Что я кушаю? Также утром обязательно я пью омега-3, омега-3. Я ем немножко больше фруктов. То есть я, когда чувствую, что мне очень голодно, то есть по диете по их позволяла всего 2 фрукта, я все-таки могу съесть чашку, например, клубники или ежевики на второй перекус. Потому что я считаю, что фрукты, естественно, там сахара много, сахара не стоит злоупотреблять, но все же, когда сезон, и вместо того, чтобы есть какое-то пирожное, печенье или шоколадный бар, или там шоколадку, лучше съесть пиалку вот красных фруктов. В обед я ем чашку, то есть я себе отвариваю, я стараюсь все-таки держаться вот этой диеты, я отвариваю себе много овощей на пару и протеины рядом, и позволяю себе съесть десерт, я делаю или сама творог, я добавляю в нее немножко семян чии, я могу добавить мой сироп из кокоса, то есть я могу чуть-чуть подсластить, хотя по диете это было запрещено. Я в день съедаю один бразильский орех, тоже было это совершенно запрещено. И в общем, я думаю, что тот, кто будет за мной следить, я сделаю такой фудбук, дайте мне знать, что вам это интересно, потому что вес на сегодняшний день он снижается. Мне осталось 1,5 килограмма до 60, я думаю, что я в скором времени достигну этой цели. Также самочувствие мое улучшилось, я лучше сплю, у меня меньше боли в спине. Каждый день я стараюсь проходить по 30, по часу гулять, и это тоже помогает в процессе похудения. Я качаю пресс, я делаю несколько упражнений, как я вам уже говорила, стараюсь побольше двигаться вообще, то есть, ну, я вообще по себе такой человек, как бы не стрессе, а я не умею отдыхать. Я могу расслабляться, как я написала уже в Инстаграме. То есть для меня расслабление — это сесть, снять видео для вас, пообщаться с вами, также поставить фотографии в Инстаграм, написать какой-то пост или смонтировать видео. Здесь уже полный релакс, отключение. Я отключаюсь от всех проблем и от диет, и даже от семьи. То есть я вот в этой программе, в эффектах и так далее. Я хочу научиться этому. У меня... То есть нужно расслабляться, нужно получать удовольствие от всего, даже от вашего образа питания. То есть нет ничего зазорного. Сегодня на ошибках учиться. Сегодня я пошла туда, в этот центр, я попробовала, я поняла, я подчеркнула массу информации. Может быть, это была ошибка. И хорошо, что если вы не совершаете такие ошибки, идете сразу, например, к диетологу, известному диетологу, хотя эти центры тоже здесь известны, и результаты очень видимые, и реклама, и так далее. Но на ошибках учатся. Я ни о чем не сожалею. Я рада, что я начала этот путь к моему похудению. Я рада, что я делаю видео для вас. У меня масса информации, которую я прочитала, я получила, и я учусь дальше, я учусь на своих ошибках, я учусь у моей сестры Елена Франс, то есть, кто еще не знает, у нее свой канал, все сноски в моем инфобоксе о правильном питании, то есть, подписывайтесь, она будет рада, то есть, я черпаю информацию, я ее примеряю на себе, вот понимаете, вот это как с аллергией, то есть, я вот думала на сою, а там оказалось на одуванчик, да, или на крапиву, на пыльцу. То есть, хотя все анализы я проходила, но аллергия — это такая штука, у кого есть, вы знаете, что практически невозможно узнать, потому что столько ингредиентов, столько молекул и столько всего в этом мире, что... В общем, мои дорогие, вот такие новости о моем похудении. Надеюсь, что вам было интересно. А если кому-то не интересно это видео, то переходите на другие. Мой канал, он разнообразный. И влоги, и о красоте, и о косметике.
А я всех целую, обнимаю. И до скорой встречи на моем канале. Ваша Светлана Франция. Всем пока!